Перейдем к линейному расчету конструкции. Для расчета нашей конструкции нам потребуется модуль ASE. Для его запуска в графе Liner Analysis линейный анализ запускаем задачу Liner Analysis. Здесь мы видим приведенные нами нагрузки. Можно включить полную. Здесь собственный вес, офис-стоянка и все возможные варианты нагрузки от погрузчика. Группы элементов, для которых будет производиться расчет. Контроль параметров вывода данных, вывод текстовых данных в отчет автоматически стоит по умолчанию, и вывод графических данных, где можно выбрать отображение параметры и какие параметры будут выводиться. В данном случае стоит изгибающий момент y, поперечная сила и продольное усилие, количество элементов на странице, вид отображения и растяжение по листу. Запускаем расчет. В данном случае расчет производится в линейном виде. Модуль ASE нам позволяет рассчитывать элементы и по нелинейной схеме, учитывая физическую и геометрическую нелинейность. Сейчас мы видим, как завершился расчет в модуле ASE и производится экспорт данных через модуль WinGraph в модуль вывода отчета. Итак, посмотрим расчет. Здесь мы видим все виды загружений и приведенные нами нагрузки. В модуле аниматор можно просмотреть более подробно. Здесь мы можем видеть нагрузку от собственного веса на конструкцию, нагрузку от офиса, нагрузку от стоянки и движение нашего погрузчика, если мы включим автоматически. Автоматическое перемещение, мы можем наблюдать, как движется наша нагрузка от погрузчика. Здесь же мы можем посмотреть для каждого вида загружений для собственного веса остановить схему, выбрать элемент, посмотреть напряжение в этом элементе, перемещение в данном случае, его геометрическое положение в схеме, перемещение. Сейчас мы видим, что по оси Z он сместился на 1 мм и 4 десятых вниз, углы поворота. Также можно посмотреть и напряжение, суммарные реакции, напряжение приведено ниже в этом элементе, составляет 1,25 мегапаскалей в зоне сжатия и на растяжении 1,36. Значение общего отображения и цветовой гаммы по растягивающим и сжимающим усилиям можно настроить в третьей вкладке и также можно настроить отображение и визуализацию, графические аспекты. И вид отображаемой нагрузки, внутренних усилий. Если брать просто напряжение, мы видим картину, при которой можно
строим амплитуду, видим, что какие усилия появляются в элементах, и линейный анализ позволяет нам определить, правильно ли работает наша конструкция. При расчете на собственный вес можно сказать, что конструкция работает у нас совершенно правильно. Мы видим самую нагруженную стойку при данном виде загружения.